Всем доброго времени суток. В сегодняшнем видео я отвечу на некоторые вопросы, которые задаются мне в интернете. А именно, можно ли изменить скорость видео в программе ProShow Producer и как убрать звук с видео в программе ProShow Producer? Это делается очень легко. Давайте посмотрим как. Итак, у нас открыта программа ProShow Producer. Мы становимся на ленту со слайдами, нажимаем правой кнопкой мыши «Вставка», «Добавить пустой слайд». Теперь на этот пустой слайд я в параметрах слайда загружаю видео. Ну вот у меня есть цветы. Вот оно у меня загрузилось. Здесь мы видим, что наше видео длится 19 секунд. Давайте проиграем и посмотрим. Вот здесь присутствует небольшой шум самого видео. И вот видео закончилось. Для того, чтобы изменить скорость видео, нам нужно в параметрах слоя перейти в параметры видео. Вот эта вкладочка. Тут тоже отображается длина нашего видео. Вот здесь 19 и здесь 19. Чтобы изменить скорость, вот она у нас находится, мы левой кнопкой мыши нажимаем на вот эти 100% и двигаем туда, куда нам надо. Если мы подвинем влево, то длина ролика увеличивается, и значит скорость будет меньше. Если мы вправо подвинем этот ролик, то у нас будет обратный эффект. Итак, мы уменьшили наше видео до 11 секунд. Можем сейчас посмотреть, что у нас получилось. Если длина нашего слайда изначально была 18 секунд, то на 11 секунде наше видео остановится. Давайте посмотрим еще раз, насколько я права. Вот видео остановилось, и дальше идет просто статичная картинка. Возвращаемся в параметры слоя. И здесь, поскольку мы уже поменяли скорость, у нас автоматически громкость стала равна нулю. Если нам нужно просто поменять громкость, вот давайте еще раз сделаем те же операции. Сейчас я добавлю сюда тоже видео. Видите, мы опять-таки стоим в параметрах слоя, параметры видео. Если мы скорость не меняем, но нам нужно убрать только громкость, заходим сюда и двигаем наш ползунок до нуля. И давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Видите, у нас идет тоже видео, но уже без звука. Вот и все. В этом уроке мы узнали, как можно изменить скорость видео в программе ProShow Producer и убрать полностью громкость звука того видео, которое вы загружаете в свою программу. На этом наш урок окончен. Всего доброго. До новых встреч.